Почему у дедушки нету глаза? Может быть, он был на войне? Или в ссоре дикой бабка, зараза, качалкой стукнула по башке? Может быть, он ударник стройки, случайно споткнувшись на штырь, упал? Нет, виноват внучок-мальчонка, случайно петардой в глаз попал. Хоп, Новый год, хороший праздник, Новый год, удачный год, Новый год, малыш, проказник, Новый год, Новый год, Новый год, как старый год. Почему у бабушки нет прически? Видать, парикмахер пьяный был. Или смолой дед замазал расческу, вот так за измену ей отомстил. Может, она к раскаленной духовке опрометчиво голову поднесла? Нет, виноват внучок-мальчонка, ракета чуток не туда пошла. Хоп, Новый год, хороший праздник, Новый год, удачный год, Новый год, малыш, проказник, Новый год, Новый год, Новый год, как старый год. Почему у мальчика нет папы с мамой? Может, в квартире взорвался газ? Или случайно военный пьяный утилизировал старый боеприпас? Может, под видом Деда Мороза в квартиру террорист проник? Нет, это мальчика проказы, фейерверк под елочкой, всем хаплык. Хоп, Новый год, хороший праздник, Новый год, удачный год, Новый год, малыш, проказник, Новый год, Новый год, Новый год, как старый год. Почему мальчонка почти сиротка, без рук и с дырявою головой? Почему без пола осталась соседка и без потолка дядя Петя злой? Потому что хорошая очень штука на праздник крутячий салют пустить. Только плохая была идея перед этим в духовке его сушить. Хоп, Новый год, хороший праздник, Новый год, удачный год, Новый год, малыш, проказник, Новый год, Новый год, Новый год, как старый год. Ля-л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 я